Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Сортовые пеларгонии». С вами Елена. В моей коллекции 250 сортов пеларгоний. Сегодня в кадре прекрасная Венди Джейн. Еще у меня в коллекции есть другой сорт, в названии которого есть слово «Венди». Это Венди Ред. Первое цветение в жару не успело. Пришлось удалить часть подсушенных цветов. На многих фото из интернета у этого сорта подсушенные края или засохшие цветы в соцветиях. Если фотографировать, когда на улице очень жарко. И вот намечается цветение нового соцветия, но уже цветочков меньше. По осветленным некоторым листьям можно понять, что жара ей не нравится. Но несмотря на это, она хочет цвести. У меня живет два экземпляра этого сорта. Эта красавица приехала ко мне в начале года. Но несмотря на это, ей так понравилось у меня, что кустик имеет 6 точек роста. Два известных факта про этот сорт. Первый факт, что у нее оригинальные бархатные, очень красивые, отличные от других сортов цветы. И второй факт на слуху, это то, что у этого сорта веточки могут расти горизонтально, под разными углами. Посмотрите. У него достаточно неплохая форма куста. Без обрезки. Получено с помощью прищипки. Высота куста около 12 см вместе с цветоносом до 20 см. Живет растение в горшочке 10,5 см. Но требуется перевалка в больший объем. Обычно камера плохо передает красные и фиолетовые оттенки. Но посмотрите, цвет в данном случае передается верный, темно-красный или бордовый. Лепестки бархатные с блеском. А у кого это такие неординарные цветы? Это Аденсио Танго. Решила оставить этот сорт в коллекции. Это любовь к цветению. Тоже первое цветение. Оригинальные цветы, они глубокого винного цвета, на верхних лепестках оранжевые мазки, в центре цветка маленький белый глазок. Выбрала для сравнения с Венди Джейн, чтобы вы видели отличия. У Венди Джейн темно-красные или бордовые цветы, у Танго лепестки с переходами винных оттенков. Существует утверждение, что Венди Джейн плохо укореняется. Проверю его на практике. Поставила укоренять. Зимует Венди Джейн у меня без проблем. Считаю этот сорт не капризным и могу рекомендовать начинающим. Если понравилось мое видео, можете поставить пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Более 170 видео. Во многих даю полезные советы по уходу за пеларгониями. Если ищете такой контент, заходите на мой канал. Буду рада быть полезной для вас. Все, пока!